Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и 12-й каталог компании Oriflame нас радует огромным количеством новинок. И сейчас мы с вами будем пробовать новую тушь, удлиняющую, которая не оставляет комочков, не осыпается, она стойкая, можно наслаивать, у нее столько чудесных показателей, и в каталоге ее цена всего 299 рублей. Тушь приходит запакованная в пленочку, сейчас мы с вами ее рассмотрим. И самое главное, что эта тушь участвует у нас в акции. Если ваш заказ с 3 по 23 страничку на 500 рублей, включая одну тушь, то есть 500 рублей вместе с тушью, то есть тушь 299 и плюс еще сколько? 201 рубль, то аромат Eclat Mon Parfum, вот такой вот маленький флакончик 8 миллилитров, приходит вам в подарок, то есть абсолютно бесплатно. Обязательно воспользуйтесь этим предложением, потому что, по-моему, это очень круто. Итак, пробуем тушь. Мне очень не терпится, я всегда люблю новинки, которые выпускает компания Oriflame. Распечатываю тушь. Как ее тут распечатать? У нее есть такая еле-еле заметная перфорация, чтобы вот так вот взять, поддеть, и легким движением руки мы вскрываем упаковочку и рассматриваем тушь. Обычный круглый флакончик. Ух ты, у туши очень вероятный очевидный изгиб. Посмотрите, как изогнута кисточка. Это не силиконовые щетинки, то есть это такие пушистенькие, я хочу их потрогать. О, они так пружинят хорошо. Немножечко оставляет следы на пальчике, даже не немножечко. То есть вот такая вот интересная тушь. Сейчас уберу то, что я ее потрогала, чтобы мне не мешало. И я сразу предупреждаю, когда тушь новая, только из упаковки, еще не сильно пропитана сама кисточка, и поэтому нанесение через 2-3 дня будет намного лучше, чем в первый день. И сейчас я ее тщательно набираю, тушь на кисточку, то есть такими вращательными движениями набрала, вынимаю и пробую вместе с вами первый раз. Мне безумно интересно, я очень любопытная девушка, поэтому мне интересно, как это будет все на глазках смотреться. Так, пробуем. Подкрадываемся к началу роста ресниц. Да, достаточно удобно. К любой кисточке, к новой, всегда приходится приспосабливаться. Так, у меня такое чувство, что что-то щекотит. Нет, это чувство. Подкрадываемся. Я буду красить с вами один глаз, чтобы сравнить разницу. Смотрите, сразу укладываются реснички веером. Это здорово, удобно. Тушь, даже несмотря на то, что я первый раз ей пользуюсь, я сразу чувствую, что она гладкая, да, комочков не будет. Кстати, тушь и не должна оставлять комочков, то есть она должна ложиться очень гладенько. Так, первый слой, и уже я вижу, как круто у меня изменились реснички. Ощущения приятные. Самое главное, я не чувствую, как она вкусно пахнет. Это тот самый вкусный вкус туши, который я люблю. Вот так должна пахнуть тушь, хорошая, настоящая. Набрала опять на кисточку. Смотрите, когда вынимаете, на кончике всегда захватывается чуть больше туши, чем нужно, и снимаете сразу об край флакончика, чтобы не испачкать себе глазки. И я беру тут же, крашу второй слой. Будем делать три слоя. Ее можно наслаивать до бесконечности. И опять же, я второй слой стараюсь начать от начала роста ресничек. Так. И вот тут нужно следить, чтобы сразу тушь ложилась вот так вот ровно. То есть я ее подняла. Я обычно чуть-чуть делаю такие вот вращательные движения, а здесь в этом нет необходимости. Сразу много туши остается на ресничках. И сейчас я попробую перевернуть другой стороной и немножечко вот поделать вот эти движения, чтобы расчесать немножко те, которые все-таки у меня склеились. Эффект вау, мне кажется. Так. Главное не улететь. Я думаю, что эта тушь у нас будет очень конкурентно способна с другими тушами. И, может быть, даже моя любимая 5 в одном сойдет с пьедестала. Она уже столько лет там
сидит бессменно. Так, еще раз набираем третий слой, будем делать. Как вам эффект? У меня ресницы просто, я их даже чувствую, какие они большие. Никогда еще таких ресниц у меня не было от туши с первого раза, даже от туши 5 в одном. И все-таки мы сделаем третий слой просто уже из любопытства, а что же будет, если сделать три слоя? Потому что на мой вкус мне достаточно уже и два слоя. И сейчас я просто делаю уже работу с кончиками. И смотрите, что я делаю. Я нанесла на кончики и вот так вот прижала, подогнула, подержала, убрала. Я даже уже на внутреннюю часть боюсь наносить, потому что они слишком огромные. Так. И нижние. Кому как удобно красить. Мне удобнее вот сейчас все-таки перевернуть и красить потихонечку, продвигаясь от одной реснички к другой. Сейчас у меня будут такие огромные ресницы. Мне прям нравится. Смотрите, этот глаз, он как будто прям слепыш, а этот такой огромный, такой эффектный. Ну, пишите быстрее, пишите комментарии, как вам эффект от новой туши. У меня к ней претензий нет, извините, конечно. Даже хотелось бы, если мне кажется, трудно найти что-то, к чему придраться. У меня все супер, сразу легла тушь хорошо, реснички выразительные, подвернуты, учитывая, что у меня ресницы капризные и некоторые разные длины, есть покороче, подлиннее, и бывает, некоторая тушь не справляется, у меня ресницы торчат, и это видно. Здесь же они все легли вот так вот веером, аккуратным, красивым, и я жду ваших отзывов. Что думаете? Как вам эффект? Какой глаз вам нравится больше, с тушью или без туши? Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова и новинка тушь серия The One. Супер удлинение.